«Газпром Переработка». Отвечаем за себя, работаем для людей. Здравствуйте, в эфире программа «Спортлайн». Мы расскажем вам о самых значимых спортивных событиях Сургута. В студии Дмитрий Круковец. И Дмитрий Подлесной. Сургутские спортсмены в преддверии Нового года решили сделать болельщикам подарок. И не один. Впрочем, об этом мы расскажем в ближайшие полчаса. Итак, смотрите сегодня в нашем выпуске. И вновь триумф. Сургутский волейбольный клуб «Газпром Югра» обыграл команду «Белогорье». Трудовой сезон в самом разгаре. О проблемах и перспективах мини-футбольного факела мы поговорим в студии с капитаном команды Федором Зинченко. В рубрике «Совет мастера. Секреты тайского бокса». Не пропустите. Еще в начале сезона многие специалисты считали, что волейбольный клуб «Газпром Югра» будет бороться за зону плей-офф. И не больше. Однако газовики уже в первом туре розыгрыша чемпионата России показали, а точнее доказали, что их амбиции намного выше. Тогда сургутяне разгромили Белогорье со счетом 3-0, и, как оказалось, это был лишь задел на будущее. Впереди газовиков ожидали победы над грандами российского и европейского волейбола, казанским «Зенитом», одинцовской «Искрой» и уфимским «Уралом». И вот под занавес 2012 года сургутян ожидал матч второго круга против Белогорья. История взаимоотношений этих двух команд неоднозначна. Так, в розыгрыше прошлогоднего плей-офф именно сургутяне выбили из борьбы за медали Львов в первом же раунде. Оттого матч, прошедший в воскресенье в премьер-арене, приобрел множество красок. И стал по накалу страстей настоящим украшением последнего тура первого круга. Впрочем, смотрите сами. Битва с Белогорьем сложилась для сургутян непросто. Стартовая партия, которую можно и нужно было выигрывать, уплыла из рук. Имея сетбол, сургутяне реализовать его не смогли. А вот вчерашний дублер Жигалов сделал это, правда, с третьей попытки. Первый мы выиграли в борьбе, поэтому провал во второй и в третьей партиях был мне непонятен. Поэтому там вообще стояла команда. И сколько замен не производил, меня удивляет, конечно, что... Легионер пасующий выходит и сочиняет совершенно непонятную игру, когда ему надо было просто упростить концовки и дать отдохнуть основным игрокам. Оба легионера игру Белогорья усилить не смогли. И Лукас Кампа, и Георг Гроцер большую часть матча провели в запасе. Да и в целом игра гостей разладилась. У них не получалось отодвинуть «Газпром» от сетки, чтобы не дать атаковать быстрые мячи. Получилось наоборот. Сергей Шульга имел массу вариантов действий, да и блокирующие прибавляли и все чаще оставляли связующего без работы. 25-18, счет сравнялся. Третья партия напомнила четвертый сет встречи с «Уралом». Тогда газовики вдоволь поиздевались над уфимцами, разгромив их с результатом 25-12. Белогорье смогло набрать лишь на очко больше и также на флажке партии вышло за 10 набранных очков. При том, что три из них – это ошибки газовиков. 25-13 и «Газпром» близок к победе. Как-то тяжело было собраться, какая-то расслабленность появилась. И это продолжалось до середины четвертого. Не знаю, почему так. Может, где-то... предоставлено, что все что-то произошло, но очень тяжело было выдержать вот этот натиск команды Сургута. Натиск стал еще сильнее, и «Газпром» добился уверенного преимущества ко второму техническому перерыву – 16-10. Однако к концовке от него не осталось и следа. Макаров, Мусерский и немец Георг Гроцер подачами наконец смогли сделать то, что просил от них тренер – лишить «Сургут» возможности атаковать с хорошего приема. Счет сравнялся. Все вроде хорошо, все мы ведем, контролируем всю игру. И вот это расслабление, которое эти команды не дают, их обыгрывать надо, а они и так просто не сдадутся, и вот опять на больше-меньше. Возможно, залогом успеха стал этот длинный эмоциональный розыгрыш при счете 21-18. Традиционные качели, за которыми стояли поистине титанические усилия всей команды и отдельных взятых игроков «Сургута», все же удалось склонить в свою пользу.
Почти 35 минут продолжилась четвертая партия. И точку вне блока поставил лучший игрок встречи Теодор Тодоров. На его счету 19 очков, 11 из которых действия на блоке. Очередной рекорд сезона. А гостям остается радоваться мелочам и отдельным локальным успехам. Конечно, я доволен, что в четвертом сете мы завязали игру совершенно неожиданно. После счета 16-10 там уже была как бы безнадежная ситуация. Вот. Ну и играли ва-банк. Команда уходит на новогодние каникулы. Следующий матч уже в 2013 году. 9 января «Газпром Югра» на своей площадке принимает московское «Динамо». И уже не в качестве робкого середняка, а в качестве одного из фаворитов турнира. Отличный новогодний подарок для всех сургутских любителей волейбола. Мини-футбольный клуб «Факел» сыграл очередной матч чемпионата страны. Среди команд высшей лиги «Газовики» на своей площадке принимали одного из конкурентов за место в шестерке клуб «Ухту». Начало сезона у футболистов «Факела» явно не задалось. Сургутяне осели в середине турнирной таблицы, и каждый матч, каждая победа давались им очень нелегко. Согласен с тобой, Дмитрий. Пока подопечные Дмитрия Чугунова показать что-то выразительное не могут в матчах против лидеров. Поэтому приходится уповать на игры против середнячков, таких команд, как «Ухта». Именно в таких матчах необходимо брать свои очки. Удалось ли мини-футбольному «Факелу» показать свой потенциал и заработать все-таки победу? Ответы смотрите в следующем материале. «Факел», испытывающий проблемы с реализацией голевых моментов на протяжении 4 матчей подряд, прервал эту безвыигрышную серию в матче с «Бумажником» из Сыктывкара. Встреча с «Ухтой» должна была показать, остался ли игровой кризис позади. Ну, сегодня сражались за победу, я бы сказал, за 6 очков, можно было так назвать, потому что мы шли впереди на очко «Ухты», она отставала на очко. То есть победа давала как бы шанс выйти вперед, им нам уйти, а им обогнать нас. Счет в этом матче был открыт уже на 3-й минуте, отличился сургутянин Дубовиков. Однако через 2 минуты гости забили ответный мяч. До перерыва соперники завершили взятием ворот еще 4 атаки. И всякий раз «Факел» выходил вперед, а «Ухта» сравнивала счет. 3-3 после первого тайма. Старались, чего-то не хватило, видимо. Много эмоций отдали в игре с «Уренгоем», предыдущей, которую выиграли. Ну вот, хозяева. Моментов было и там больше. Видимо, им где-то больше повезло. У нас последние матчи все так складываются, очень тяжело. Как бы главное сейчас победы. Мы была черная полоса, мы 4 игры подряд проиграли. И как бы вот эти 2 игры нам надо было кровь из носа выигрывать, чтобы почувствовать уверенность где-то в своих силах. Плюс очковый запас, чтобы не оторваться от лидеров далеко. Следующий мяч был забит только в середине второго тайма. На сей раз отличился капитан сургутской команды Федор Зинченко. Уже традиционно вслед за «Факелом» забила и «Ухта». На последней минуте игры Павел Гордюков отправил мяч в свои ворота. В итоге 5-3. Вторая подряд победа сургутского «Факела». Были пропущены голы в самых нелепых ситуациях после позиционных ошибок. Ну и реализация, когда даже по счету 4-3 мы имели 2 очень хороших момента и не реализовали их. Реализация подвела немножко. И в конце вот 5-й гол глупейший. Это просто курьезы футбола. Следующий матч станет последним для «Факела» в уходящем году. 23 декабря «Газовики» на своей площадке примут клуб «Ямал-Нубека» из Нового Уренгоя. Сразу после рекламы гость в студии, капитан мини-футбольного «Факела» Федор Зинченко. Не переключайтесь. Студия «Четвертая власть» – это приятное заведение, где случаются судьбоносные встречи и развиваются красивые истории. Студия «Четвертая власть», улица 30 лет Победы, 27/2, телефон 72-888-3. Итак, мы продолжаем. О нынешнем сезоне мини-футбольного «Факела» мы поговорим с капитаном команды Федором Зинченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор, тяжело стартовал нынешний сезон. Для «Факела» он получился таким неоднозначным вот на данный момент. Как оцениваете его промежуточные итоги? Ну, судя по набранным очкам, в принципе, надо выиграть там вот еще в календарном году последнюю игру. В принципе, мы потянемся к лидирующей группе, можно так сказать. Но пока как-то тяжело судить.
по нашим выступлениям. То есть сначала было такое оптимистично, мы смотрели в будущее, потому что как бы игра была, какой-то рисунок складывался. Опять же, в турнире в Екатеринбурге там чуть-чуть не хватило для чего. Ну, там, да, это там тоже своя история, как бы. Ну, просто там был коллектив, сплоченность была какая-то. Сейчас как-то куда-то это улетучилось чуть-чуть. Непонятно почему. Вот мы сейчас пытаемся разобраться в этом. А чего не хватает команде, вот как вы считаете, как капитан? Ну, не знаю, может, сплоченности где-то не хватает. А еще чего? Ну, мастерства это точно не хватает. Ну, не знаю, будем выяснять, сейчас мы сами не знаем, почему как бы сейчас вот такие результаты стали. Потому что начало сезона было, мы пропускали 1-2 мяча за игру, сейчас где-то в среднем по 4 мы уже стали пропускать. То есть череда ошибок одних и тех же, то есть вот их надо искоренить как-то. Проблема ли то, что у команды, по сути, две абсолютно разные по силе четверки? Первая четверка, где играете вы, и вторая четверка, где в основном молодежь, они достаточно сильно на контрасте отличаются. Ну, это, наверное, вам виднее со стороны. Мне как бы тяжело сказать. Ну, возможно, может быть, так и есть, но там ребята молодые, амбициозные, то есть, я думаю, они должны добавить. Опять же, начало сезона было, показывал то, что у них очень большой потенциал, в принципе, оно и сейчас показывает. Вот. Но я думаю, что они притрутся, и все должно быть к плей-офф. Я надеюсь, мы в плей-офф попадем. Я думаю, что там уже будет чуть-чуть другая игра у нас. Ну, к слову о потенциале, вот если его раскрыть, ну, давайте немножко пофантазируем, то на какое реальное место в турнирной таблице можно рассчитывать в вашей команде? Ну, потенциал расходит время. Ну, вот, а когда это время придет, пока неизвестно. Вот посмотрим. Я надеюсь, что в плей-офф уже у нас будет более и сыгранная команда, и уже, естественно, более опытная будет. Ну, главная задача именно попасть в плей-офф, потому что команды, в принципе, равные, да, и тут нет, ну, как бы, смысла выбирать на первую команду выйти, на вторую или на третью, да, или нет. Я считаю, что в этой лиге, в принципе, такого разброса нет, там, да, как Суперлиг, там, Динамо тоже, или там, Синар, или еще что-то. Хотя, опять же, ту же Синару мы в том году обыгрывали здесь, в Екатеринбурге. Вот, и то есть такая ситуация. На кого, естественно, попадать будем, мы не выбираем. То есть на кого пойдем, на того не пойдем. Алмаз там или Тюмень-2 там. Без разницы. Ну, факт тот, что можем всех обыграть. Да, тут, да, вот опять же, как показывают последние результаты, то, что там Нижний Новгород, который идет на последние месяцы, с 0 матчков, он обыграет Алмаз там. Ухта обыграла Ямал. То есть, да, то есть непредсказуемо, как он хайлся. Любая команда может любую обыграть. В этом сезоне у команды новый тренер Дмитрий Чугунов. Он уже был у нас гостем программы. Как вы считаете, какие козыри у него есть? Я считаю, что самый главный козырь – это опыт его. Опыт и как он общается с коллективом. То есть, как он доносит все это до нас. То есть, я считаю, что это очень хорошо. То есть, он все, ну, все объясняет нам, то есть, как надо все. Ну, он сам футболист, потому что, ну, и чемпион Европы. Он, то есть, он все прошел в футболе. Я думаю, что у него все получится. Но состав прошлогодний в сравнении с нынешним сыгран претерпел изменения. Ну, мы частично говорили о том, что, ну, не хватает немножко сыгранности. Сильно претерпел. То есть процентов, наверное, на 80. Вот этого, наверное, те проблемы, да, которые возникли? Ну, конечно, лучше, когда коллектив играет тот же «Алмаз», они играют уже друг с другом там, по 8 лет, ну, очень долго. А когда постоянно не точно селекция происходит, а когда 80% в команду ходит, это очень тяжело. То есть каждый раз новые люди, опять сыгрываться, все заново надо проходить. А когда ты уже играешь, вот даже мы играем своей четверкой, да, там я, Клеменов, Катаны, уже несколько лет, и у нас уже есть там какие-то наигровки, там, и мы уже знаем, кто куда побежит, в принципе. А если это целая команда, ну, будет меняться там 2-3 человека, будет гораздо лучше все. Так ну, тяжело, конечно. Мы, опять же, я говорю, мы не Динамо, и то Динамо, они играют сколько лет, тоже там точно меняют людей и все. Ну, к слову, о Динамо. Хотелось бы выйти с факелом в Суперлигу и побороться за чемпионство? Конечно, хотелось бы. Вообще, каждому спортсмену хочется играть в лучшей лиге, в лучшей команде. И вообще, конечно, там интереснее играть с лучшими соперниками. Ну, как думаете, отклик в Сургуте, вот эта инициатива какой-то найдет? То есть людям будет интересно ходить на мини-футбол, вот на Суперлигу именно смотреть? Ну, как показывает практика, я думаю, будет, да. То есть сколько лет мы играли в Кубке России с Тюменью, то есть приходило очень много народу. С Динамо не позволил зал нам, да, потому что какие-то проблемы были. Ну, что было шлаг? Ну, тяжело, конечно, шлагом назвать. Но я думаю, нашел бы отклик, да. Если бы приезжали гранды
футбол наш, я думал, полюбил бы, да. То есть трибуна. Я вот даже вспоминаю год, когда мы приехали сюда первый раз. На домашний тур здесь собралось очень много народа. Я даже как бы не ожидал. То есть вот эта основная трибуна, она вообще полная была. То есть очень много народу было. А потом как-то почему-то куда-то все улетучилось. Ну, немного о сургутском вот футболе. Вы помимо игр с «Факелом» смотрите за мини-футболом в городе? Есть ли развитие у него, есть ли какие-то перспективы? Ну вот если его характеризовать, то есть выстроена ли школа и так далее? Ну вот сейчас пытаются все это выстроить, но да, там работают и секции, все работает, но сейчас вот Сергей Федорович, вот они, Макеев, они вот хотят выстроить уже именно, чтобы школа была, чтобы дубль был там, то есть чтобы все функционировало, чтобы игроков готовили для первой команды. Я думаю, что перспективы есть. Ну а сейчас есть игроки в основном составе? И на каком они виду? Ну, Катане. Пока все, наверное, был Семушкин у нас в те годы. Так вроде пока и нет. Это был капитан мини-футбольного клуба «Факел» Федор Зинченко. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. В Олимпии состоялся первый этап Кубка города по лыжным гонкам. В нем приняли участие 136 спортсменов из различных спортивных школ города. Так или иначе, пока лыжные гонки входят в тройку лидеров самых популярных видов спорта, представленных в Сургуте. И это неудивительно в нашем-то северном городе. А раз есть количество, значит, должно быть и качество. Впрочем, такие турниры как раз и созданы для того, чтобы шел отбор сильнейших. Которые, в свою очередь, вскоре могут пополнить главную команду страны. Кто они, потенциальные члены и лидеры сборной России по лыжным гонкам? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Екатерина Мельниченко. Продемонстрировать выносливость и отличную спортивную подготовку собрались спортсмены из всех лыжных школ города и района. Из заявленных 136 на старт вышли около 100 участников соревнований. Это и неудивительно. Мороз и холодный ветер внесли коррективы не только в списки стартующих. Вместо обычных 3 километров для девушек и 5 для юношей, ребята бежали вольным стилем по 2 и 3 километра соответственно. К первому этапу лыжных гонок спортсмены готовились долго и основательно. По признанию самих участников, еще с сентября, по сути, до начала сезона. Мы тут в сборе уже сколько? Месяц, наверное. Вот скатка у нас идет как бы. Ускорение у нас, все тут. Как бы готовились к соревнованию этого уровня и следующего. Лыжные тренировки, в основном объемные тренировки. За неделю, за две до соревнований. Ускорения различные, силовые работы, технические тренировки. О высоком уровне юных лыжников города и района говорит участие в таких крупных соревнованиях, как первенство Югры и Уральского федерального округа. Ребята неоднократно становились призерами ХМАО. И проведение подобных турниров, как этот, по мнению главного тренера, хорошая стартовая площадка для будущих чемпионов. Ну, цель соревнования это, во-первых, здоровый образ жизни, привитие, потом проверка спортивного мастерства участников. И отбор в сборную команду города Сургута для участия в окружных соревнованиях среди юношей и девушек. Последний рывок и финишная черта. Самым выносливым и успешным среди юношей 95-96 годов рождения оказался Даниил Колупай из детско-юношеской школы «Кедр». А среди девушек этой же возрастной категории на первую ступень пьедестала почета поднялась Елена Месилова, воспитанница «Нефтяника». Призеры и победители соревнований будут представлять город и район уже на окружном турнире, который пройдет 22 декабря в Ханты-Мансийске. Тренируя тело, тренируешь силу воли и морально-волевые качества. Эту истину намного проще выразили древнеримские мыслители. В здоровом теле здоровый дух. Но от трактовки смысл не меняется. Чтобы на душе было весело и легко, необходимо усердно заниматься спортом. Каким видом спорта заниматься, выбирать вам? Футболом, боксом, плаванием или последовать примеру нашего героя? На очереди рубрика «Совет мастера». Здравствуйте, с вами Данил Фомин. И сегодня я вам покажу, как бить правильно комбинацию удара
рукой и локтем. Комбинация удар рукой локтем бьется в два этапа. Первый этап это удар рукой и второй, соответственно, это удар локтем. Комбинация бьется на шаг вперед, ручки, положение в стойке, руки у головы. Комбинация бьется на шаг вперед. Как бить правильно удар с руки? Удар с руки начинается с бедра. Мы делаем шаг, в то же время подкручиваем бедро. Правое плечо у нас уходит вперед и выносим левое плечо. И выкидываем, как бы выбрасываем, образно говоря, левую руку вперед с ударом. Правую ручку держим у головы на защите. Локоть бьется также на небольшой шаг вперед. Локоть выносится сразу чуть в сторону и вперед туда. Туда. Шаг, удар. Левая ручка здесь на защите. Левую ручку можно уносить сюда, можно оставлять ее на защите. Локтем нужно бить острой частью в область подбородка. Разбиваем уже эти два удара по пазам. Пробиваем серию с руки, так называемый джеб, серию с руки. Это получается у нас первая фаза. Делаем чуть небольшой шаг вперед и выносим, бьем туда локтем. Раз. Небольшой шаг вперед, серия, удар с правой руки, шаг назад, раз, два, шаг назад. У нас все, но выпуск еще не закончен. Впереди рубрика «Без комментариев». В ней лучшие моменты победного матча «Газпрома» и «Югры». Ну, а мы вам говорим до свидания. До встречи на спортивных площадках. We'll be right back.
переработка. Отвечаем за себя, работаем для людей.